Tá também. Объявляем начало торжественной церемонии награждения лауреатов 18-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Приглашаем на сцену финалистов по специальности духовые и ударные инструменты. Варвара Петрова, гобой, 13 лет, Москва, Россия. Дмитрий Пинчук, саксофон, 12 лет, Москва, Россия. Мария Павленко, гобой, 13 лет, Красногорск, Россия. Для вручения главных призов конкурса мы просим выйти на сцену членов жюри по специальности духовые и ударные инструменты Йоханнеса Фишера, Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дамы и господа. I hope you all enjoyed the concert. Я надеюсь, что всем вам очень понравился этот концерт. I most certainly did very much enjoy the concert, and on behalf of all the jury members. Мне, как и всем жюри, очень понравился этот концерт. I think we've witnessed a very special and exciting final tonight, and not only the final. Мы все сегодня увидели невероятно восхитительный финал. But we enjoyed watching and listening to those kids over the past week. And for everybody who knows how much work and dedication goes into those performances. За эту неделю мы услышали великолепную игру детей, и мы все знаем, насколько сложно, насколько много сил требует такое исполнение. We'll find tremendous value in it. И мы очень ценим это. And to put it in the words of my dear colleague Evelyn Glennie, the future of music is in the very best hands. Thank you very much. И говоря словами моей замечательной коллеги Эвелин Глини, наше музыкальное будущее в надежных руках. Спасибо большое, Йоханнес. Ну что ж, давайте откроем конверт. Да, ждем с нетерпением. Итак, бронзовый щелкунчик. Его получает Варвара Петрова. Гобой, Россия, Москва. Серебряный щелкунчик. Мария Павленко, гобой, Россия, Красногорск. Ну и, конечно, золотой щелкунчик. Его получает Дмитрий Пинчук, саксофон, Россия, Москва. Определены щелкунчики в номинации «Духовые и ударные инструменты». Мы благодарим Йоханнеса Фишера за участие в церемонии награждения. Спасибо. Напоминаем вам, что голосование за приз зрительских симпатий все еще продолжается. Так что, друзья, если у вас есть фаворит среди финалистов, не теряйте времени, отправляйте его порядковый номер на короткий номер 1880. Ну а мы продолжаем церемонию. Дамы и господа, на сцену приглашаются финалисты по специальности «Струнные инструменты». Палома Со, скрипка, 12 лет, Лондон, Китай, Великобритания.
Мари Отмели, скрипка, 13 лет, Париж, Франция, Япония. Дарья Румянцева, арфа, 13 лет, Балашиха, Россия. Для вручения золотого, серебряного и бронзового щелкунчиков нашим финалистам на сцену приглашается член жюри по специальности струнные инструменты Захар Брон. Дорогие друзья, я, безусловно, выражу общее мнение и нашего выдающегося жюри, что за эти дни все пережили огромный праздник талантов невероятных. И финал это также подтвердил, потому что сегодняшний весь финал прошел на таком высочайшем уровне, что даже слова трудно подобрать. И я пожелал бы всем этим талантам и их педагогам большого счастья, творческих успехов и дальнейшего процветания. Спасибо большое, Захар Мухимович. Но прежде чем открыть конверт и узнать, как же распределились щелкунчики между нашими юными струнниками, мы хотели бы вспомнить об одной участнице, которая, к сожалению, не прошла в финал, но настолько запомнилась членам жюри и так их покорила, что они решили для нее учредить специальный приз. Это юная скрипачка из Барнаула Софья Колтакова. Мы приглашаем Софью на сцену и предоставляем слово профессору Брону. Эта девочка так покорила тоже на наше жюри, что действительно я тоже постарался при этом. И, в общем, она получает очень престижную премию. У нее будет возможность приезжать на мастер-классы и фестивали в Европе. Мы благодарим Захара Брона и поздравляем, конечно же, Софью Колтакову. Как мы видим, даже если наши участники не проходят в финал, они все равно становятся победителями, и перед ними открываются замечательные профессиональные возможности. Ну что ж, а нам пора открыть заветный конверт. Итак, бронзовый щелкунчик достается Мари Отмели, скрипка, Япония, Франция, Париж. Обладателем серебряного щелкунчика становится Дарья Румянцева, арфа, Россия, Балашиха. И золотой щелкунчик, как все уже поняли, достается Паломе Со, скрипка, Китай, Великобритания, Лондон. Ну вот, состоялось награждение по специальности струнные инструменты. Мы еще раз благодарим профессора Брона. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у вас осталось совсем немного времени для голосования за приз зрительских симпатий. Поддержите полюбившегося лично вам участника финала, отправляйте его порядковый номер на короткий номер 1880. А мы приглашаем на сцену финалистов по специальности фортепиано. Ева Геворгян, 13 лет, Москва, Россия. Артем Копылов, 13 лет, Берлингтон, Канада. Александра Довгань, 10 лет, Москва, Россия.
Для вручения золотого, серебряного и бронзового щелкунчиков нашим финалистам на сцену приглашаются члены жюри по специальности фортепиано Дмитрий Башкиров и Николай Демиденко. Вы знаете, работа членов жюри, она иногда бывает невероятно трудной. Никто еще не изобрел линеечку для измерения таланта. И когда Святослава Теофиловича Рихтера спросили, а кто лучший пианист мира, он, не задумываясь, ответил, а это смотря в какой вечер. И сегодня, понимаете, сегодня один участник, завтра другой. Они все невероятно талантливые молодые исполнители. Побеждает тот, кто был лучшим сегодня, сейчас, тут. Однако есть еще один момент, который я хочу сказать. На конкурсе был один исполнитель, который покорил наши сердца своей невероятной собранностью, своей искренностью, артистизмом. Это нельзя игнорировать. И оргкомитет конкурса поддержал идею, и мы учредили новый приз – мини-щелкунчик. И он за чистоту сердца и преданность музыке этим призом, дипломом награждается Аида Филиппова, 7 лет, город Якутск. Браво. Мы приглашаем Аиду Филиппову на сцену. Мы благодарим членов жюри и поздравляем Аиду. И будем ждать с нетерпением ее дальнейших успехов и побед. И, конечно, будем очень рады новой встрече на щелкунчике. Ну, а нам сейчас осталось только открыть конверт. Итак, бронзовый щелкунчик. Артем Копылов, Канада, Берлингтон. Серебряный щелкунчик достается Еве Геворгян, Россия, Москва. И, наконец, золотой щелкунчик 2017 по специальности фортепиано Александра Довгань, Россия, Москва. Дмитрий Александрович, Николай Анатольевич, мы благодарим вас. Премии победителям обеспечены партнерами конкурса, в том числе акционерным обществом «Социум А». Генеральный директор компании «Социум А» Руслан Игоревич Аршуйбели хочет поздравить наших лауреатов. Добрый вечер. Компания «Социум А» рада вновь поддержать столь престижный международный музыкальный конкурс, как «Щелкунчик». Дорогие лауреаты, поздравляю вас с победой и желаю всем участникам конкурса большого и светлого музыкального будущего. Спасибо. Спасибо, Руслан Игоревич. В этом году специальный приз для лауреатов «Щелкунчика» учредили также давние друзья и партнеры конкурса – компания «Yamaha Music». Мы приглашаем на сцену генерального директора компании господина Исинори Сасаки. Добрый вечер, дамы и господа. Мы искренне поздравляем всех участников конкурса «Щелкунчик». В этом году мы решили предоставить специальный приз
обладатели маленького щелкунчика. Это гибридное цифровое фортепиано Avangrand NU1X. Вручается Аиде Филипповой. Господина Йосинори Сасаки, очень приятно, что у Щелкунчика есть такие давние верные друзья. Среди них и московский дом скрипки Scroll Fine Instruments, который подготовил одному из наших участников уникальный подарок. На сцену приглашается руководитель дома скрипки Scroll Fine Instruments Георгий Левинов. Добрый вечер. Дорогие друзья, уважаемые представители жюри, все молодые участники, артисты оркестра, маэстро. Безусловно, хочется всех поздравить с проведением очередного, на мой взгляд, уникального конкурса «Щелкунчик». Я бы хотел сказать, что мне, как музыканту, скрипачу и педагогу, после каждого прослушивания, каждого тура прослушивания этого конкурса приходит такая истина, о которой мне говорили мои учителя и мои наставники. Неталантливых детей не бывает. А наша задача, задача учителей, вовремя увидеть, вовремя услышать, выявить, воспитать, вложить и в итоге выпустить наших учеников. И придерживаясь этой истины, я бы хотел от всего сердца поблагодарить всех учителей, учителей, которые дарят свою любовь, которые вкладывают свой труд, всю свою жизнь в своих учеников и выпускают их. И ваши ученики через свои руки, через звуки музыки дарят нам, слушателям, всем любовь. Спасибо вам большое. Мы благодарим Георгия Левинова и дом скрипки Scroll Fine Instruments. И сейчас на сцену я бы хотел пригласить одного из участников этого замечательного конкурса. Его зовут Данила Бессонов. Вот этот подарок, уникальный приз, это смычок одного из представителей немецкой школы 20 века, Хайнц Дёрлинг. И мы бы хотели подарить именно Даниле этот смычок, потому что мы наблюдаем за его ростом уже на протяжении нескольких лет. И то, что он, на мой взгляд, вместе со своими учителями достиг за последний год, на нас произвело огромное впечатление. Я поздравляю тебя и поздравляю твоих учителей. Спасибо. Наши поздравления. Среди друзей конкурса и компания Pfizer. И сейчас на сцену приглашаются представители этой компании Даниэль Хох и Елизавета Поленова. Добрый вечер. Уважаемые дамы и господа, дорогие участники. От лица компании Pfizer я хочу поблагодарить вас за удивительный праздник музыки сегодня. Витамины Multitabs, которые производит компания Pfizer, уже более 20 лет помогают растить таланты и поддерживать здоровье детей в России и странах СНГ. Мы очень рады сегодня быть на этой сцене, чтобы лично поздравить финалистов и вручить им памятные призы. Мы желаем финалистам конкурса крепкого здоровья, успехов и развития вашего таланта. Здоровья и удачи!
Мы благодарим компанию Pfizer. Ну а у нас буквально несколько минут остается до конца голосования. И мы узнаем, кому же из участников достанется приз зрительских симпатий в этом году. Приглашаем на сцену главного редактора телеканала «Россия Культура» Сергея Леонидовича Шумакова. Добрый вечер, дорогие друзья. Заканчивается этот замечательный праздник музыки, счастья, талантов. И прежде чем назвать имя нашего победителя по версии жюри зрительских симпатий, я бы хотел еще раз обратить ваше внимание на наше жюри. Я хочу, чтобы вы задумались, какую непростую задачу им нужно было решать в эти 6 дней. Как это было непросто, какую деликатность, какую безупречную взыскательность они проявили. И давайте их поприветствуем, потому что, я еще раз говорю, это жюри высочайшего уровня, и мог бы гордиться любой конкурс. А теперь я выполню свою главную обязанность и назову победителя зрительских симпатий. Спасибо, Сергей Леонидович. Спасибо. У нас буквально прямо сейчас заканчивается зрительское голосование, и мы наконец-то сможем узнать имя победителя. Идут последние секунды СМС-голосования. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Голосование окончено. Итак, кто же становится обладателем приза зрительских симпатий? Обладателем приза зрительских симпатий 18-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» становится Александра Довгань. Спасибо еще раз, огромное спасибо. Мы поздравляем Александру и благодарим Сергея Леонидовича Шумакова. Драгоценный приз победителю предоставлен известным художником-ювелиром Владимиром Михайловым, работы которого регулярно получают признание на российских и зарубежных выставках и конкурсах. Это ювелирное изделие «Рождество». Мы также дарим памятные подарки авторства Владимира Михайлова всем финалистам конкурса «Щелкунчик-2017». Дорогие друзья, 18-й международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» подходит к концу. Хочется поблагодарить всех наших юных участников. Мы будем ждать ваших новых побед и всегда будем рады новым встречам с вами. А с кем-то из вас, мы уверены, нам предстоит увидеться на этой же сцене в следующем году. Благодарим Академический симфонический оркестр Московской филармонии, который поддерживал наших конкурсантов, и маэстро Димитрия Саботиниса. Также Московскую государственную филармонию и лично Алексея Алексеевича Шалашова. Спасибо всем педагогам и родителям за их терпение и поддержку. Разумеется, мы благодарим членов нашего международного жюри за их работу, за мудрые и тактичные советы юным коллегам, за искреннюю и очень заразительную любовь к своему делу. И спасибо всем вам, друзья, за внимание и интерес к нашему конкурсу. С вами были Александр Малич и Татьяна Геворкян. До новой встречи на «Щелкунчике» в следующем году.